Более 2000 школьников прошли этим летом военно-патриотическую подготовку. Таковы главные итоги летней оздоровительной кампании. Воспитывать патриотизм в детях, несомненно, важно, отмечают в городской думе. За нами, за нашим советом, стоит главная задача. Для того, чтобы мы, воспитывая сегодня подрастающее поколение, делали все, чтобы были настоящие ценности. Мы должны сделать все, чтобы вместе мы решали все вопросы, насущные для города, для нашей области. И, конечно же, работали только для благоустройства нашего родного края и для того, чтобы он процветал. В состав совета входят более 20 представителей различных общественных организаций, среди которых и члены национально-культурных автономий. Они также рассказали о том, как прошла оздоровительная кампания в летних лагерях. Самара славится межэтнической толерантностью, а потому любовь к малой родине воспитывается через изучение соседних культур. Мы проводили викторины на знание родного края, на знание России и на знание народов, заселяющих нашу родину. Это очень важно, потому что дети – это наше будущее, граждане нашей России. Координационный совет работает с апреля 2015 года. Он объединил людей, которые по роду своей деятельности непосредственно проводят работу по патриотическому воспитанию детей и молодежи. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События.